Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում, անդրադառնանք օրվա կարևոր իրադարձությանը, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հունվարի 23-ից 25 աշխատանքային այցով կգտնվի Բրյուսելում, եվրոպական խորհրդանի արտաքին հարցերով կոմիտեում նաև հանդես կգա ելույթով, Բրյուսել այցի շրջանակներում նախարար Միրզոյանը հանդիպումներ կունենա նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ, նշվում է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզե Բորելի հետ, ինչ սպասել այս հանդիպումից, այս թեմայի շուրջ օնլայն տեսակապով մենք կզրուցենք Չեխիա, Պրահա, կզրուցենք քաղաքական վերլուծաբան Իվան Պրեոբրաժենսկիի հետ. Добрый день, господин Преображенский. Министр иностранных дел Армении. Министр иностранных дел Армении Арат Мирзоян встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает информационная служба НАТО. Чего ожидать от этой встречи? Ну, я полагаю, что, к сожалению, больших ожиданий на эту встречу возлагать не стоит, в том плане, что запрос со стороны Армении очевиден и понятен. Но при этом Армения не является членом НАТО, Армения не может рассчитывать на то, что НАТО будет оказывать серьезную какую-то помощь. И мало того, я думаю, что в сложившейся ситуации НАТО не готово будет даже участвовать в качестве, скажем так, составляющей миротворческого контингента, если об этом зайдет речь. Сейчас у них другие проблемы, проблемы эти связаны с Украиной, и общие слова поддержки, может быть, какие-то неофициальные сигналы Турции, как тоже члену НАТО, это максимум, на что можно рассчитывать в этой ситуации. При этом Турция, ну, давайте скажем честно, уже достаточно давно игнорирует какие-то неофициальные сигналы от бюрократического руководства Североатлантического альянса. Серьезного влияния на принятие политических решений Эрдоганом, такие встречи не могут иметь. Однако, также я хочу отметить, что до этого, в последние дни, в Ереван и Баку с региональным визитом прибыл спецпредставитель генсека НАТО Хавьер Каламина. И примечательно, что в отчете НАТО, что спецпредставители принимали в Ереване на уровне премьер-министра, а вот в Азербайджане встреча на высшем уровне не состоялась. Была встреча с министром иностранных дел Байрамовым. По вашему мнению, чем обусловлено отсутствие встречи в Азербайджане на высшем уровне? Я думаю, обусловлено как раз тем фактом, что в принципе, внутри НАТО наибольшее влияние имеют страны, которые скорее выступают за то, чтобы Азербайджан прекратил давление сейчас на Армению и снял блокаду с Карабаха. А речь идет в первую очередь о Франции, но не только отнюдь Франции, безусловно, и в США похожие настроения, и во многих европейских странах, помимо Франции. Вопрос в том, что Азербайджан уверен, что у него за спиной стоит Турция, страна-член НАТО, достаточно влиятельная внутри организации, достаточно самостоятельная, как я уже говорил, в принятии военных и внешнеполитических решений. И, соответственно, Азербайджан не может отказать спецпредставителю генсека НАТО, но при этом Азербайджан не стремится проводить встречу на высшем уровне и таким образом пытается показать реальное отношение к такого рода контактам и таким образом подчеркнуть, что идти на техническое какое-то сотрудничество с НАТО Азербайджан готов, а обсуждать опять-таки свои политические и военные проекты, в том числе в отношении Армении и Карабаха, он скорее не собирается. То есть отсюда мы можем сделать вывод, что у главного представителя НАТО есть предложение только для Еревана, и от его ответа будет зависеть, состоится ли встреча Байрамова и Столтенберга. То есть не надо согласовывать предложение с Азербайджаном? Я правильно поняла ваш комментарий? Я думаю, что в данном случае соглашение с Азербайджаном какое-то согласовывать просто не получится. Поэтому единственный возможный путь – это действительно вести
контакты и переговоры с Ереваном на всех возможных уровнях, достигать какого-то соглашения и дальше уже пытаться воздействовать на Азербайджан. Но очевидно, что для того, чтобы получить результат по Азербайджану, встречу надо проводить в Анкаре. Мы знаем, что думают, что в альянсе, Североатлантическом альянсе, есть единое мнение. Было бы весьма наивно, учитывая также опыт украинской войны, и даже единодушного мнения по поводу войны на Украине, и в Украине нет альянса. Важно также понять роль, значение и возможные ресурсы Франции как естественного союзника Армении. Роль Франции внутри НАТО, с одной стороны, достаточно велика, как единственной теперь страны Европейского Союза, обладающего, например, ядерным оружием, после выхода Великобритании. Внутри НАТО это не так существенно, но тем не менее надо учитывать, что теперь она, по сути дела, как ядерная держава, одновременно представляет и весь Европейский Союз. Кроме того, французская армия, в отличие от большинства армий мира, особенно западных армий, так же как турецкая, так же как американская армия, постоянно участвует в боевых действиях малой интенсивности. Это достаточно подготовленная армия, армия, которая регулярно участвует в сложных миротворческих операциях, в основном в Африке. Соответственно, она в состоянии принять участие в еще одной такой миротворческой операции, если об этом будет принято решение. Но при этом Франция вернулась полноценно в военные структуры НАТО в исторических масштабах достаточно недавно. При Николя Саркози окончательно были приняты эти решения, а до этого много лет Франция в основном участвовала в политической составляющей НАТО, но не в военной. Это до сих пор сказывается, и французские военные до сих пор не являются как бы полностью своими во всех военных организациях НАТО. Это важный фактор, внутренний, но существенный. Соответственно, еще стоит понимать, готова или не готова сейчас, собственно, Франция принимать отдельное самостоятельное решение от НАТО и от Европейского Союза. Я полагаю, что, к сожалению, не готова. Но в то же время президент Франции Эммануэль Макрон предложил увеличить военные расходы Франции более чем на четверть в ближайшие годы и заявил, что это поможет обеспечить трансформацию вооруженных сил для реагирования на многочисленные потенциальные угрозы. И бюджет составляет 413 миллиардов евро. Безусловно, но та же самая Германия добавила в свой бюджет сразу 100 миллиардов евро и продолжает добавлять. И тем не менее мы видим, что сейчас, когда идет обсуждение возможности передачи Украины танков «Леопард-2», Германия пытается провести ревизию своих вооруженных, понять, сколько у нее у самой есть на ходу этих танков, и выясняет, что, по сути дела, тяжелых танков для того, чтобы передавать Украине, у нее практически нету. А на ходу у нее их несколько десятков, при том, что всего немецкий военно-промышленный комплекс выпустил более 2500 таких танков, но большая часть находится не в Германии, либо находится, что называется, на хранении, непонятно, может ли быть запущена. И похожая ситуация сейчас во всех европейских странах, поэтому расширение бюджета – это в реальности деньги, которые направляются на превращение армии мирного времени в армию, которая более-менее боеспособна сразу, и увеличение количества этих боеспособных подразделений. Сейчас реально боеспособны французской армии войска в постоянной готовности и спецподразделения, которые участвуют в миротворческих операциях. В принципе, этих спецподразделений, повторюсь, было бы достаточно для введения корпуса миротворцев в Карабахский регион. Но для этого нужно серьезное политическое решение, и Эммануэль Макрон, мне кажется, не тот политик, который готов такие решения принимать, в том числе потому, что мы видели за последний год, за время войны в Украине.
Есть мнение, что ситуация вокруг Нагорно-Карабахского конфликта разрешится, или разрешение ситуации зависит от украинской войны, российско-украинского конфликта? Я думаю, что это очень связанные вопросы по многим причинам. Во-первых, Россия не имеет достаточно ресурсов для того, чтобы серьезно участвовать в разрешении этого конфликта и идет на поводу у Азербайджана, по сути, в том числе, это не единственная причина, но в том числе потому, что у Российской Федерации нет ресурсов сейчас, и все ее силы военные прикованы к войне в Украине. Запад, в широком смысле слова, отдельно НАТО, отдельно Европейский Союз, отдельно крупные европейские страны и США, свободные военные ресурсы там, где могут, передают Украине, и, соответственно, их силы военные тоже отвлечены, и не надо переоценивать их военную готовность и способность быстро сформировать какие-то новые запасы техники или сформировать новые военные подразделения, способные действовать, например, на территории Нагорного Карабаха в качестве миротворцев и заменять россиян. Речь явно совершенно сейчас, в принципе, идет о долгосрочной ситуации, и выдержать блокаду, так или иначе, либо отменить, попытаться полностью блокаду, это принципиальный вопрос, потому что сейчас никто вот в течение условных месяцев, а может быть недель, тем более не собирается вмешиваться и не имеет таких ресурсов. Все внимание приковано к возможному контрнаступлению либо России, либо Украины в Украине, которая, как все ожидают, должно начаться либо ближе к весне, либо весной 2023 года. И только после того, как станет понятно, чем это новое столкновение закончится, развяжутся, либо не развяжутся дополнительные ресурсы, в том числе и политические, для того, чтобы решать какие-то другие проблемы, в первую очередь как раз проблему Нагорного. А что изменит учреждение наблюдательской миссии ЕС в этом, постоянной миссии наблюдателей ЕС в этом регионе? Потому что на запланированной сегодня встрече министра иностранных дел 27 стран Евросоюза намерены также утвердить или не утвердить новую миссию в Армению. Что это изменит в регионе? Я полагаю, что миссия будет утверждена. Очень на это рассчитываю, по крайней мере, потому что появление такой миссии – это появление, собственно, общеевропейского источника информации, верифицируемого, которому доверяют все европейские лидеры Министерства иностранных дел, и который нельзя игнорировать. Понятно, что он будет дозировать информацию, которую он выдает, и вначале эту информацию согласовывать с Брюсселем, так или иначе, чтобы не спровоцировать вынужденное вмешательство со стороны Европейского Союза, если вдруг Европейский Союз в этот момент не готов будет вмешиваться. Но, тем не менее, это очень существенный фактор, который сразу делает Европейский Союз, скажем так, возвращает его в карабахское урегулирование, откуда, по сути дела, кроме Франции, практически все европейские страны ушли. И несмотря на так называемую Минскую группу, даже Франция, в общем, последние годы, по сути дела, отдавала первенство России, и все соглашались, что именно Россия занимается этими проблемами, а Запад, по мере ухудшения отношений с Россией, все меньше и меньше готов был вмешиваться. Соответственно, это первый шаг к возвращению западного участия на более серьезном и, главное, на техническом каком-то уровне. Можно это считать первым шагом также для реинкарнации Минской группы ОБСЕ в будущем? Я думаю, шаг в эту сторону, по крайней мере, но пока мы видим, что миссия ОБСЕ нет, подозреваю, что миссия ОБСЕ не может появиться в настоящий момент, потому что на уровне ОБСЕ это тоже сложно провести. Нет, та же Турция участвует в работе ОБСЕ, тот же Азербайджан.
но и для этого поэтому потребуется или их согласие добровольное, или продавить, что называется, их сопротивление. Но в принципе появление любой миссии, это значит, что это люди, которые физически передвигаются на территории, которые могут оказаться под физическим воздействием или угрозой, которые неизбежно будут принимать решения в зависимости от реальной ситуации, а не исходя исключительно из каких-то политических установок. Угу. И это открывает, скажем так, двери для того, чтобы эта миссия разрасталась, для того, чтобы эта миссия в случае необходимости принимала какие-то другие формы. Но вернемся также к отношениям Турции и к возможным новым членам Альянса. Отношения Турции и Швеции резко обострились, как мы знаем, также на фоне публичного сожжения Корана лидером правоэкстремистской партии. Примечательно, что акция Расмуса Палудана не была незаконной, потому что перед тем, как публично сжечь Коран, он получил официальное разрешение на проведение мероприятия. Такое впечатление, что Швеция и особо не стремится в НАТО и как бы тем самым провоцирует. Ну, в данном случае Швеция, очевидно, стремится в НАТО. Нет, и очень хотела бы туда войти. Вопрос в том, что сейчас это, оказывается, входит в противоречие с внутриполитической ситуацией в Швеции. И шведские власти не готовы жертвовать своей репутацией среди избирателей, не готовы давать слабину демонстративную, а именно этого добивается Турция. И, соответственно, процесс действительно тормозится. Шведы рассчитывают на то, что другие партнеры по НАТО будут давить на Турцию и максимально демонстративно себя ведут. Турция еще до этого вела себя предельно демонстративно и, соответственно, рассчитывала на то, что никто на нее надавить не сможет достаточно сильно, или, по крайней мере, ей предложат за принятие Швеции какие-то очень серьезные компенсации. Ни того, ни другого не происходит, и ситуация зависает действительно. В принципе, с военно-тактической точки зрения, наличие Швеции внутри НАТО или отсутствие Швеции внутри НАТО сейчас большой роли не играет, потому что Швеция и так является партнером, союзником НАТО, а шведские войска действуют вместе с войсками НАТО. И очевидно, я предполагаю, нет, существует неформальная, скажем так, гарантия со стороны государств НАТО и США об оказании помощи Швеции в случае ее военного конфликта вдруг неожиданно с Россией. Но при этом все прекрасно понимают, что российская армия увязла в Украине, и ресурсов для военного конфликта с какой-то еще страной, пусть даже не членом НАТО, у России, скорее всего, нет. Можно подождать. Это понимают и шведские политики, которые боятся потерять свой рейтинг на том, что они пойдут на уступки жестким требованиям Турции, которые, по сути дела, касаются суверенитета Швеции на своей территории и ее возможности принимать внутри страны решения о том, кто является террористом, кто не является, кого можно выдавать, кого нельзя. Как и все другие практически страны в мире, Швеция своих граждан выдавать не собирается. Спасибо, господин Преображенский, за интервью и за комментарии. Հիշեցնեմ, որ օնլայն տեսակապով մենք զրուցեցինք Պրահա և զրուցեցինք քաղաքական վերլուծաբան Իվան Պրեաբրաժենսկիի հետ։